дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Сегодня я хочу показать на собственном примере, как куст чайной гибридной розы не выжил после зимы. Показываю. Смотрим. Вот мы видим куст чайной гибридной розы, которому 1 год. Зима прошла, для него неудачно. Результата 0. Обрезаем и смотрим. Видим. Мертвый побег, мертвый побег, все мертвое. Вот мороз убил данный куст полностью. Даже надежды нет на его восстановление. Может быть, где-то из-под земли пустит маленький пагон, но надежды процентов мало. Так бывает, не всегда розы перезимовывают. Одни прекрасно, другие наполовину, а третий, вот как данный экземпляр, погиб полностью. Желаю вам, чтобы у вас таких примеров не было. Все, до свидания, подписывайтесь на мой канал, лайкайте, до скорой встречи.